Поедем на озера на огромном автодоме. Что-то типа номера люкса, который можно взять с собой на природу. Мама ищет няню. Бусик, прости. Послезавтра я приеду, мы с тобой поговорим, хорошо? Номер люкс. Осталась я одна. Одна. Дома! Здрасте. Потолок покрасьте. Слушайся, пожалуйста, тетю Наташу и не хулигань. Они тут полный трэш у нас дома устроили. Там рядом с вами кто? Он меня подвез и сейчас уже уезжает. Город засыпает. Просыпается Машенька. Папа, выгони этих упырей отсюда. Маша! А ты сейф нашел? Нет. Да нашел. В спальне я уже шкатулочку разъяснил. Пап, мне капец. Что такое? Я правда сейчас занят. Где я сейчас найду няню? Давайте вы все-таки останетесь. Парную, ближе в уголек. Давай за дело и валим отсюда. Я в тюрьму не вернусь. Динь-динь, динь-динь. Вот нам и там. Все время от вас приходит ложная тревога. Это не ты. Заперта с ним. Это они. Заперты с тобой. Всегда мечтала это сделать. Приятного полета. Лопочки! Моя жесть! Дверь на голосе, чайник на голосе. А нельзя было просто сделать кнопку? Ну, вы если кипяточка хотите, нужно сказать буль-буль. Буль? Close doors, I'm a fool for your love.